Мир вам, друзья. Сегодня буду играть на Хардовой Легионке. Вечность не записывал героя. Герой, потому что дохлый. Еще каждый раз, когда на нем играю, мне пишут, что я хуесос, который на Леге играть не умеет. В общем, причин поигнорить персонажа у меня достаточно много. Ну, сейчас решил пикнуть ради разнообразия героев. Еще ветка сработала, по итогу твоя. Играю один, играю в пати с Ваней, с... Хотел сказать, с Goodwin Life, но Ваня он давно уже не с Goodwin Life. Но знаете, вы можете, скорее всего, по этому каналу. Чем у меня брусок летит, нурик летит. Статки вообще невероятные. Yes. У меня базилка приехала, слушай. Из плюсов, из минусов. У меня один танго на нас двоих. Как будем делить? Купи новые. Ну, курьер еще едет. Я отпулю. Как это оказался пятерка Буч? Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь. Не знаю. Но я отпулил из плюсов. А, я что-то недопонял этот момент. Я дрался 1x2. Да, я спросил, пулить, не пулить, и я тут. А я ответил? Нет, даже не ответил. Я просто не помню. Сальва летит. Да ладно, танк, я на базу. Не-не. Окей. Ну слушай, ФБ это плюс. Из минусов. Это крепочки. Да вообще наплевать, ты по экспишься как следует. Экспа никуда не пропадет в это время. А почему крип крипов бьет? Это баг какой-то в игре или что? Не понимаю. Ну слушай, ты успеешь сейчас отрегениться, а крипов постараюсь поводить. Благо я знаю фишки. Благо я знаю фишки, как агрить. Смотрел видео на канале Март? Да. Ну как, еще не посмотрел, но я знаю, что выйдет. Я прям чувствую, что оно выйдет. Так оно вышло. Гениально. Вышло? Да. А мы в каком будущем? А мы насколько в будущем, Миш? Ну смотри, ты про видео про реагр крипов, да? Угу. Стан? Видео про реагр крипов вышло уже давно-давно. А давай лучше по крипам поработаем, а что-то смотрю, эта пачка... Так, а мы пока мы работали, по-твоему? Тоже верно. А так, чем больше пачка, тем мне же лучше. О, антимагу. Да, давай антимаги на наша. А у тебя станки, да? И вот этот. Да, залосхитишь? Мега хорош. Я, кстати, не знал, что залосхищу. А я не знал, что антимага тапком прихлопнул. Ладно, слушай, другалечек, я на базу погнал. Давай. За крипов, сори. В стиме появилась страничка Project Passion сезон 2. Это лучшая новость за последние 17 лет моей жизни. Вы скажете, Миш, но ведь через Киви больше не пополнить стим. А я скажу, кому не похуй. У эпиков есть сундучки с балансом стим. Очень быстро и очень удобно. А если хочется пощекотать нервишки, то можно добавить азарт. А между пополнением стима и установкой новеллы можно поиграть в бесплатную мини-игруху Крейс. Играешь за ЦМ, бори за свою жалкую жизнь. Играешь за господина Пуджа, оборви жалкую жизнь салфет. Победитель получает награды. А если этого тебе мало, то что ты скажешь про Аркан? А она дается каждые 15 уровней боевого пропуска, который по моей ссылке стоит 0 рублей 0 копеек, а на 60 уровне ДК Хук или Плечная Сева. Ссылка на весь контент в закрепе, а там же промо на 15% и дополнительную попытку в мини-игре. То, что да ладно, ты одна база лосхитов всего лишь. Ну да. Было дело. Как же хреново в мини-снэпке против Сева. Не так, я просто этот. Профилактическую напишу. На рыжевика подошел, на рыжевика подошел. Фокусник, ну ладно, я линию спушил. Я это думаю, за полрожи антимага нормально. Не знаю, ты же смотришь видео на канале Март. Я просто не смотрел на тебя в данный момент. Не могу сказать, что там произошло. Шмотка ты меня вложил? Да. Да. Слушай, если он подставится через 5 секунд, можем попробовать что-то сделать. Но Пуч, мне кажется, не хочет сюда возвращаться. Да и антимаг не особо хочет, чтобы Пуч к нему возвращался. Угу. Рано.
Мега хорош. Как же вовремя пассивочка вылетела. На линия, конечно, мечта. Ой, так я же могу на автоатаке стоять, аж легионка. Я вообще забыл про это. Ой, еще и этот. На следующий отпол. О, смотри, что есть. Появились. Нет, позиции не надо, сейчас мы тавр ломаем. А, пуч? Сейчас я чуть-чуть пригенюсь. Ко мне БМ летит. Не хочешь, мистер Дуджа? Хочу, хочу, я всех хочу. Мне надо, чтобы крипы поближе стали. Ой! А как ты к этому пришел? Раком-саком. Да я хотел пуджа на тебя кинуть, а что-то... Я же говорю, я сколько в доту не играл. Это же невыносимо. Ладно, походу у нас... Не знаю, я чем дольше не играю, тем лучше играю. Не, в плане макро, может, я и хорошо, но в плане микро я вообще ужасный. Я отпулю сейчас, катапульта все равно сдохла. Не-не-не, отпуливай. А я уже все, я еще лотус хочу законтролить, сейчас я приду. Кишки. О! Блин. Поздно подошел. А тебе не показалось, что он расстроился в моменте? Мне кажется, он когда так расстроился. Кентавру утащил? Да, он маленького кентавра. А, я уж переживал, что большого. Большого я бы ему не простил. Так, когда же Миксман на шестой? Понял. Слушай, у меня арканы, поэтому ничего не знаю. Я сейчас получу арканы и иду пуджа гладить. А мне недавно опа. Артур наколдовал своих поклонников ко мне в комментарии. 6 человек пришли и написали: Дагер лучше Бладмейла. Я ему лучше. В личку скинул отрывок из Властелина колец, две крепости. Там где-то все, что смог наколдовать, Саруман. Я с бабкой справлюсь. Слушай, арканы в КД из минуса. Из плюсов Пудж, по-моему, передумал на эту лайн возвращаться. Как и антимаг. Или антимаг... Нет, антимаг нет. Ладно, я поглажу тавр. А чё это сейчас за эффект был? Я в тебя ветку кинул. А. Кстати, я забыл, что две ветки покупал. Сейчас быстренько стика апну. Тоже пиздец стики хочу, денег нет. Фига у тебя денег нет. Если мне ж надо блин покупать. Не, ну, если Артура не увезет блин в ближайшее время, все пиздец мне. Не, там суть-то в чем была, там Лего очень долго цепляй. Фармила и пер. Продолжай. Там если долго она фармила, и не было этого блинка. И она юзает была, вот чем суть. Не, он же постоянно легионкам объясняет, что нужно покупать блин. Ну, потому что это проще. Я полетел на топ. Мне кажется, он просто застрял году в 2002-м. Ладно, легионку добавили в 2012-м вроде бы. Там МК, если что, промазал палкой просто на ровном месте. И мне что-то порвало с этого. Ты можешь себе позволить? Ты что, охуел фармить? Сейчас нахуй отсюда. Он под моим тавром фармит. Ой, я иду на СФ еще раз. Так, а че у меня войс разбинжен? Не знаю. Я иду на СФ. А он. Не, разбинживать мне не нравится. Не, слушай, приятнее, когда просто молчишь, типа, и тыкаешь.
что-то у нас, Миш, а? Есть такое предположение, что у жестко мы играем. Да, так и есть. Но мне на Good in Life, так что какого выпьет не обязательно. Не, я не про это вообще. Вообще. А про что, если не про Coca-Cola? Просто констатирую факт. А? Ты ж Тимбер на топе играет. Это мне не нравится. У Тимбера урон есть. Жи. Вспомни мое состояние до игры. И потом просто антимаг на линию приходит. Как сразу веселее стало. А что мне Сережа Блейд на топе взял? А, сопротящий. Это пятерка. Ротик, самое главное надо помыть. ТБ, 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 ТБ. Мы по кому будем работать? По тому, кто проще. Давай швыряй его мне. Держи. Ой, какой же кайф. Тебе линию оставить под блинк? Давай, закачай эту линию, качай эту линию, нормально лес покачаю. Там, если что, я сейчас увидел кое-что, нечто. Бабка заваривала СФ в упор ультой. А ну там же есть фишка, как под себя можно издать. Не, уже давно нету, нету. Разве? Да, пофиксили. О, мне перчатки дуэлянта на дуэлянте. Братуха, да, да, 2 РП. Ух. Блин, а как же... О, нет, я иду этот. ТБ. Нет, не иду. Или иду. Иду. Опа! А Тимбер левел 5 ходит. Тимбер левел 5. Здравствуйте. Могу с вами познакомиться? Я пачку на топ не трогаю. Иди, а, ладно, я ушел на пачку. Он под знаменосца. Ну на знаменосца подойдите. Как же он хочет обузить все механики доты. Все механики ютуба я тоже люблю обузить, ты знаешь. Да. Использую все возможности. Было, было. Я, кстати, тоже недавно подобузил. А что писали? Ну там какие-то гадости писали, меня расстроило. Ну прям, я не знаю, я уже не помню, я такого не запоминаю, но было неприятно. Ах, казнь. Так, блин, готов? Нет, еще. Я про свой. Рассказываю. Я считаю, что на тиннике тоже надо сначала блинк, а потом уже блейдмэр. И в чем я не прав? Все, во всем прав. О, о, смотри. Вижу, вижу. Сейчас швыряй его, давай на меня. Швыряй, швыряй. Дай пятюню, пока туда не ушло. Я ж на тине играю. Мне вот так, кстати, осталось. КД, блин, КД, Миш. Извините. Я знаю, потому и машусь. А, все, у меня есть этот блинк. Сэншин Яша, я вернусь, сыграю. Сашу Яшу? Ой, не Саша Яша. Саша Яша раньше фиолетовая была. Теперь фиолетовая зашакая. Как их... А подожди, а вторые диффуза какого цвета были? Фиолетового? Да хуй его знает. Ты же сам говорил, что я дельтоник. Не допускаю, кстати. Мне часто говорят, что у меня сейчас светоопределение не то. Цвет восприятия. Слушай, я с блинком. Я вижу антимага. Я тоже, блин, с блинком даже вижу антимага. Может...
Нихуя себе соло-килла тебя. Ого, да. Опачки, он мне древних примял, ты видал? Нет, забей, забей на тимбера, громозавра, Миш. Да-да-да. Гречку взай, гречку. И представьте, я сейчас Хокко украл. О. Меня бы размазало. Ой, кто хотел попросить Монки Кинга покупать Аганим? А у него уже он Кикбая. Слушай, я поставил очень хороший и очень плохой вард. Он ХГ не светит. Громозавры? Ой, громозавры. Я иду. Я иду. Ну хватит воровать других так крипов. Я ни одного не украл. Угу. Я серьезно. Ну, мне ж пишется, когда мне спиздили. Где? Опа! Сегодня без дуэли. Лови. Это все мне? Да. О, замедлил. А вот это? Не хочу, мне 200 хп. Так поэтому и надо. На его! Бедолага. Вы же двумя мухобойками, пацаны, потрогали. Блин, я бы хотел этот. Героя с тапком. Брюдок Андрейц? Да. И антимага всякая. О, моё изи. Ладно, я погнал через гейт, бот покачаю. Угу. Вон лотос, кстати. Ты будешь лотос собирать? Не, я на базу погнал, я долго регенится буду. А зачем тебе вообще регенится? В смысле зачем? Слушай, у меня такой вопрос. Как это будет работать? Ты где? На топ покачаю, я же говорю, что я топ покачать. Мне интересно, если я тост на себя нажму и блинканусь. Чё будет? Вон так на прицеле. Не, я сейчас хочу это затестить, ты не представляешь. А зачем тебе Бладмейл носить? Ну, значит, сначала уже блинк надо покупать. Потом Бладмейл, да? Да. Че, Миш? Нульки, кстати, за Апана я не рассказывал в этом видео. А я вот посмотрел, я сначала не понял. Я подумал, что ты этот... Опять ролики на YouTube снимаешь. А потом посмотрел на статы и понял все. Я иду. Так, ты жёстко. Миша, у меня вопрос по механике. Давай-ка сюда подойди. Безопасную зону. Так. Нет, это так не работает. Или я слишком поздно нажал, блин, понимаю. Ты не на себя нажал, ты на меня нажал. А, в натуре, кстати. На себя невозможно атос нажать. А я вначале еще услышу, что ты атос хочешь на себя нажать. Хм, а если... Не, я понял, если я бабку на тебя кину, а ты, блин, конешься в этот момент, ее дальше должно накинуть. Ну, она там полдистанции прилетит. Угу. Она в ботл оставлю. Опа, опа, это все мне? Это все мне? Это все мне? Это все мне? Где? А что там СФ медитирует? Он даже ухом не повел. Еще не пошевелился. Интересно, какая у него буква на барабане выпала? Я пытался медитировать, кстати, но мне доктор объяснил, что медитация в моем состоянии невозможна. Типа, потому что. Ну, ты слишком активный, да. У здоровых людей якобы нет потока мыслей. Я вообще не припомню в осознанном возрасте, чтобы у меня не было потока мыслей.
Ча, погоди, мне что-то кто-то в дверь стучится. Давай, дай контроль. Не дает контроля. Она чуть не сдох. У нас очень хреновый рэш дэмэдж. Проще сломать. У рэша на прочности, как у целой страны. Похитителя. Надеялся, бабуля ультанет пораньше. Это все мне? Нет, ничего не мне. Мани как вернется, маны зальет. Будет скорость атаки от первого. Алло. Алло. Дашь маны? Да, я бегу. Где? Да, тэпа. Вижу. Давай, иду на ману. Угу. Ой, это такая. Тимбера будешь ловить, если подставится? Да там путь стоит. Ни хрена себе ты умный. Ой, еще и помощь была. Победа умом. А ты решил макропиру зайти? Я тоже туда. Да. А ты меня забафал, я потом, ладно. Так я тебя забафал как раз, чтобы дебаф слетел. Ага. А ты новый дебаф сразу. А я ж не знаю, что это, спасибо. Она хп реген сейчас, что ли, дает? Второй. Да, хп реген, но диспел все еще сильный. Ага, ага, понял. ТП занаглел. Но украли. Умирает, что ты говоришь, ТБ, я не полный. Не, у меня нет дыря. Опа! Моё изи. Блейдмейл лежёт. Опа, изи блейдмейлом забрал. Так, по-моему, ты гречкой забрал. Не-не-не, там она закончилась. О, идём, идём. Как бы он бил? Да. Нет, он пилу выкинул, и этот, то я в пиле блэдмейл. А-а-а. Ничего себе, умный. Ну вот ничему им их жизнь мучают. Лови. Спасибо. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Отдельное спасибо тем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. И, разумеется, мир вам.